Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, давай заберем, наверное, монеты, еду. Ну и все, что у нас тут накопилось. Так, эволюция. Ну-ка, давай посмотрим. Закончится? Отлично. Так, поместить. А мы дальше можем скрещивать? А-а, не можем. Нам не хватает, ёк-макарёк, еще дофига чего не хватает нам. Ну что, будем потихоньку тогда выводить. Другого выбора все равно у нас нету. Так, здесь заберем. Здесь, так, хавчик. Кстати, надо будет приумножить. Здесь у нас кто выводится? Кстати, этих выводил для того, чтобы, друзья мои, усилить их. Чтобы их усилить. Вот здесь, кстати, уже можно сделать еще одну эволюцию. Старт. Сколько там? 29 минут. Окей. Так, что у нас тут-то? О, непутевый убежал. Ладно, давай его поймаем. Так, так, и вот так. Замечательно. Ну еще бы. Давай следующего. Великолепно. Двигаемся дальше. Раз, два, три. Так, и судя по всему, последняя будет сейчас. Раз, два, три. Все, идеальная поимка. 220 опыта плюс 5 ДНК. Мне нравится. Продолжаем сборы. Так, секундочку, нам же нужно с тобой забрать с инкубатора. Давай посмотрим, что у нас по пирорапторам. Помещаем. Ага, пирораптор тоже нам включить. Блин, у нас уже занято, да, получается. Блин, были бы у меня доллары, я бы, конечно, активировал бы вторую ячейку. Но тут 28 минут, в принципе, наверное, пока мы с тобой играем, у нас закончится этот выводок. Так, здесь-то у нас что? Ага, тоже можем с тобой прокачать. Но опять же не хватает инкубатора. Так, и забираем последнего. Это кто у нас? Опять же пирораптор. Поместить. Ну вот это, по-моему, была лишка. Хотя если мы брали из запасика, да, на будущее, то в принципе сгодится. Так, забираем здесь монеты. Так, и давай-ка подумаем, кого нам в следующем выводить. Вот, кстати, можно Аланку прокачать. Я, наверное, попробую сейчас. Она у нас вообще есть? Аланка есть. 4 штуки аж. Выводится быстро, за 7 минут. Так, ну что опять-то здесь? О, здесь будет посложнее. Здесь будет посложнее, ё-моё. Да ладно, блин, я даже не успел, ребят, среагировать. Хорошо, говорят. Так, раунд 2. Отлично. Давай следующий, что там у нас? Вот что вот здесь нужно сделать, я не понимаю. Бредятина какая-то вообще. Еще попытка. Какая? Ага. Так, замечательно получилось. И последнее, да? Раз, два, три, четыре, пять. Потрясающе. Ведь поймал же, да? Поймал. 725 опыта. Слушай, здесь намного лучше получать опыт. Но и задания, конечно, будут посложнее. Так, ладно, это все я заберу. Здесь, блин, денег целая куча. Собираешь какие-то крохи. А смотришь на казну, она нифига не увеличивается. Мне нужно, насколько я помню, еще одного динозавра прокачать до 40 уровня. И у нас с тобой дальше пойдет сюжетка. Потому что в данный момент мы просто стоим с тобой на месте. Ну-ка. Да, еще одного. Кого-нибудь по-быстренькому, да, перевести, и было бы вообще круто. Так, Аланка. Вывести.
Давай активируем, фиг с ним, так уж и быть. Твою налево, у меня уже была она. Вот она, память девичья. Так, здесь у нас все отлично. Кстати, аллозавру. А у меня нет его, да, получается? А у меня его нету, чтобы активировать. Так же, как и стегоцефала нету. Так, с пирорапторами все хорошо. Тапежера, нормуль. Рамфоринг. Есть? Есть. Давай. Будет у нас еще один. И смотрим дальше, кто у нас тут еще есть. Тропиогнат. Слушай, а почему мы его... Это получается 20-30. Кстати, мы же его можем перевести. А тропиогнат, если я не ошибаюсь, вместе... Где у меня Лимносцелис? Вот он. По-моему, он с ним же, да? Делается в гибрид. А, нет, вру-вру. Тут коллаборинг нужен. Я попутал. Я немножечко попутал. Подожди-ка, а с кем же тогда у нас? Блин, теперь найди его опять. Ах, раздражает. Ладно, давай еще Тодзю, наверное, поставим. Угу. Долларов нету, никого мы не поставим с тобой. Что у нас тут забрать пишут? Ага, ДНК, окей. Так, ну что, переходим с тобой в события и смотрим, что у нас есть. Так, что скрывается внизу? Два поединка. Столкновение обычный. Лучший приз — набор ДНК. Плюс у нас дрожь земли. Так, а здесь нам что нужно сделать? Так, ПВП-шку сыграть, использовать ускорение. Это мы сделаем чуть позже. Это мы сделаем чуть позже, когда наиграемся здесь, вдоволь. Так, ну что, смотрим. Протестега, да? Против нее мы возьмем с тобой пещерника. И я думаю, что здесь, наверное, Генрея сыграет очень даже хорошо. Мозазавр мод 2. Вот здесь уже будет посерьезнее. Здесь, наверное, как раз надо брать Псифодерма, наверное. Давай так сделаем. И против Ксифактина мы возьмем, наверное, Элласмозавра. Как-то так у нас будет все это выглядеть. Остается только проверить, правы мы или нет. Ну, здесь ты сам видишь, отличная атака. Протостега, в принципе, должен надуплиться на второй ход, если он, конечно, здесь не начнет что-нибудь химичить и мудрить. Или менять. Сейчас посмотрим. Нет, он ничего не стал менять. Странно, решил в атаку пойти. Ну что, делаем удар. И, наверное, бонус. Так, в минус. Выходит у нас... Кто там? А, мозазавр. Фига, у него 368 к атаке. Серьезная заявка. Он причем все тратит, прикинь. Зачем он так делает, я ума не приложу. Слушай, он, наверное, знал, да, что мы его не сможем одолеть. Вот гаденыш. Вот гаденыш. Ну что же, я сливаю, ребята, все, абсолютно все. Да, чтобы только его уничтожить. Замечательно. Ну что же, Ксифактин появился. Сколько ему нужно нанести? Две атаки. Вся надежда на нашего маленького братишку. Он 21 уровня. Слушай, да, мы его сейчас ушатаем. Нам три атаки за глаза. Прекрасно. Ну что, первый раунд мы выиграли. Нам нужно еще один с тобой отыграть. В принципе, я думаю, ничего сложного нету, потому что у нас остались одни легендарные, да? Давай. Против вот этого возьмем пещерника. Можно даже вот этого взять. Бананогмиус, ё-моё. Бананогмиуса. Против этого взять... Архилона.
Вообще идеально подойдет. Ух ты, какой. Литсихтис. Круто звучит, да? Против него нам нужно взять. А у меня нет такого. Тогда просто возьмем с тобой Зуходуса. Поехали. Думаю, что... О, да тут вообще шикарно. Посмотри, мы его просто с удара выносим. Просто минус один, сразу же. Окей. Так. Эдестус. Нифига себе, прикинь. Вот это он выглядит, ёк-макарёк. Вырубит, прикинь. Вырубит. Какой он страшный. Так, ну что, морская черепашка, как просили тебя назвать, в атаку. Рви ползунка. Так, и последний, как он выглядит. Прикольно, напоминает мне чем-то дельфина, если честно. Так, он... А он не сможет меня вырубить. Ха-ха-ха. Так, ну что, можно, в принципе, сделать... Ну, в принципе, да. А что нам мешает? Поменяем. И возьмем одну защиту плюс бонус. Он меня пробить не пробьет. А вот мы сейчас его накажем очень сильно. Ну что, Зуходус, ты готов? Поехали. Такой крокодильчик, на тебе. На 2600 урона. Заслужил, заслужил наградку. Так, ну что, а мы с тобой забираем пак. И я надеюсь, нам что-нибудь хорошенькое и вкусненькое оттуда выпадет. Так, ДНК. Ох, 250 баксов, ё-моё. И... Геликоприон. Такого, друзья мои, у меня не было. И 325 очков доверия, шикарно. Так, ну что, теперь мы можем его спокойненько, как говорится, фармить. Здесь заберем награду. Но игра, как ты понимаешь, не без приколов. Естественно, она вылетела. Так что забираем здесь награду. Здесь уже у нас кто-то созрел. А это именно Аланка. Две штуки. Так, поместить. И еще одну поместить. Так, и у нас освобождается с тобой два места. Здесь я поставлю, наверное, новое существо, которое у нас появилось. Так, вспомни бы. Угу, а вот оно. Геликоприан. Вот и пускай выводится. Сколько? 12 часов. Не слабо. Так, секундочку. Слушай, а у меня вот этот есть? Да, по-моему, есть. Кого бы нам с тобой вывести-то еще, а? Блин, надо смотреть. Коллаборинг. Вот его бы нам, конечно, но, по-моему, у меня его нету. Жаль. Так бы мы могли его скрестить бы с Лимноцелисом, и все было бы у нас четненько. Анкилозавра. Или скала... Есть вообще у нас скалозавр? Анкилозавр. Есть. Ну, давай тогда его и поставим. Раз... И нам нужен еще один, чтобы... Да ёк-макарёк. Нам нужен будет еще один, чтобы его прокачать до какого там... Да, до 30 уровня. Все. Пускай стоят. 7 часов выводиться будет не кисло. Так, ну что, мы с тобой продолжаем всякого рода схваток. Испытай свои силы. Лучший приз. ДНК. Ну вот, если честно, мне неохота даже драться за ДНК. Я его и так получаю. Хотя уже 39 тысяч всего лишь осталось. Босс события. ПВП. Давай-ка мы лучше с тобой пойдем на этот. Вот сюда. На лигу. Да, я хочу поиграть на лиге. Где мы с тобой находимся? Я уже даже как-то и не посмотрел. Ладно, давай... Для примера возьмем Кулазуха, Гуаньлунь. Чуть мне кажется, что эти не прокатят здесь.
Ну и, к примеру, анкилозавра. По-моему, здесь посерьезнее будет противники. Набрал какую-то шушеру, если честно. Сейчас глянем. Хотя нет, видимо, меня все-таки скинули, да? С моего почетного места. Так, ладно. Как вот с ним быть, скажи мне на милость. Тут только менять, согласись. Окей, смотрим. Да он будет менять, 100%, я говорю. Нафиг ему лишние проблемы. Он возьмет вот велоцираптора. Да ладно, серьезно, что ли? О, братюня, зря ты так. Ну, я понял, что он взял одну защиту. Но теперь ему точно надо менять. Бесполезно. Два летуна. Если он оставит в живых, мне травоядника. Так, он опять одну атаку, да, сделал всего лишь? Поехали. Так, мы его вырубаем. И появляется велоцираптор с собственной персоной. Так, 87 к атаке. То есть, если он проведет 3 атаки, в принципе... Подожди, сможет он меня снести? Проверим. Нет, не смог. А это очень плохо, потому что мы его сейчас вырубаем. Но вырубать я его буду кулазухом. Так, он слил все, поэтому я сделаю вот так. Тыч. Улетает парень. Ну и вылетает коллаборинг. Ему как минимум нужно 2 атаки пронести, чтобы меня вырубить. А он сливает все. Странный малый, конечно. Ну что ж, тогда все, прощай. Прощай, родной, я буду по тебе скучать. Так, ну, начало неплохое. Давай крутанем рулетку. Надеюсь, нам что-нибудь вкусненькое, полезное выпадет. И пойдем дальше продолжать. Кстати, заодно посмотрим, где мы с тобой находимся. А, я в добыче нахожу. Только сейчас перешел в выживший. Вот почему все тут легко и просто было. Ну давай рулетку. Фортуна, улыбнись, фортуна, улыбнись, фортуна, улыбнись и... Ну, хотя бы так, ладно. Так, 10 баксов дали, отыграл, так сказать, их. Плюс 15 очков доверий. Ну что, давай двигаться тогда дальше. Так, выжившая, да, лига? Тут уже немножко будет посерьезнее, но... Блин, сразу вспоминаю прошлую серию, но не так, как это, да? И начинаем фейлиться. Короче, возьмем с тобой, наверное, Афиакадона. Хотя нафиг он не нужен. Возьмем Нондазуха, Скалозавра и Дипло... Нет. И Велосирапторов. Глянем для начала так. Идет поиск. Ага, Лимнорик. Видишь, у него уже есть гибрид. И это плохо. Гибрид 12 уровня. Черт подери, это летун. Так, ну что мы здесь с тобой сделаем? Кулазух против Нундазуха. Встретились, да? Два брата-акробата. Поехали. Буду атаковать. Так, смотрим, что он сейчас будет делать. Меняет. Упс. Взял Лимноринка, да? Ну что же, мы тогда с тобой тоже меняем. Так, он взял защиту. Сейчас будет менять. Вот на этого хмырёныша. Как только он меняет на него, мы берем с тобой Нондазуха. Ага. Так, ну что же, мы берем с тобой Нундазуха. И, в принципе, мы можем его ушатать. Как? Смотри. Он сменил, да? Раз, два. И вот так. Вырубили.
Так, ну что, опять Лимноринг выходит. Смотрим, сколько он будет тратить. Как минимум 3 атаки ему нужно провести. 3. А он все сливает. Тогда ему крышка. Бестолочь, тогда тебе крышка. Все слил абсолютно. Так, сколько нам нужно? 398 урона, да? То есть вот этого будет за глаза. Плюс 1, 2. Вот так вот сделаем. Так, пошел отсюда. И остается у него всего лишь Кулазух. Ну и что ты нам сделаешь, Кулазух? Ничего, абсолютно. Вообще ничего не сделаешь. Ну, немножко может атаковать меня, но не добьет. А вот что мы сейчас с ним сделаем, это будет жесть. Все сливаем с тобой и по фулке бомбим. Да на тебе, на тыщеночку. Ну вот как-то так. Надеюсь, за эту победу мне дадут много кубков. Давай посмотрим. Начисление сейчас пойдет. Так, опять у нас там тревога. Ну, всего у меня 206 кубков, и перехожу я, зашибись, на 93-ю позицию. Замечательно просто. Ну, дайте, блин, там, ах, такая жаба душит, когда, прикинь, получить вот этот вот пак. А что тут вообще в этом паке, ё-моё. Так, ну, блин, ну половина у меня есть, даже больше, чем половина. Да не знаю даже, не очень хороший пак. Я думал, будет посерьезнее. Вот это да, вот это. Вот этот пак, наверное, вообще шикарный. Дракорекс. Блин, наверное, офигенный чувачок. Так, ладно, мы продолжаем с тобой битвы. Так, возьмем с тобой Пастазуха. Возьму, наверное, Стегу. И нужно взять, наверное, одного хищника. Серьезного хищника, наверное, Ютирануса, может быть. Поехали. Так, ну что, стегозавр у нас против летунов пойдет, да? Пастазух против хищников. Ну и Ютиранус против травоядников. И в принципе, меня устраивает. Очень даже хорошую вражескую команду против меня дали. Как раз для моих разборочек. Ну что, Аллозавра сразу выносим. Сразу же, даже не даем шансу ему. Слушай, Раджазавр, я думаю, то же самое. Пойдет в топку следом за за Аллозавром. Потому что, ну, пробить не пробьет со своей минимальной атакой. В защиту вставать ему тоже смысла нет. Ну что, прописываем, да? Тут сколько ему надо? 2 атаки сделать? Да, 2 атаки. Так, ну здесь, конечно, он уже вырубит, понятное дело, моего Пастазуха этим иритатором. Тут уж ничего не поделаешь. Хотя, по идее, не должен был, да? Если 2 атаки скрестить, 50 плюс 50, это соточка будет. Но он, видимо, взял защитку. В этот момент, естественно, ребят, я делаю подмену. И сделаем вот так. Значит, одно дополнительное очко он берет. И смотри, 99, да? Что он будет сейчас... Кстати, играем против турков, я, видимо, да, я так понимаю. Нет, пробить не пробьет. А вот смертный приговор он себе подписал. Вылупляем. Насколько там? На 2300 прописали мы ему. Слушай, довольно неплохо идем. Мне нравится наша тенденция. Пока ни одного проигрыша не было. Сколько? 24 кубка нам дали сверху. Ну давай, полетели. Ну что-то вообще медленно, еле-еле двигаемся. Что за фигня? Неужели так все плотненько здесь у них? Что даже не протиснуться. Давай мне кубки. Нет, дают кусок мяса. Опять. Опять за свое, да? Своим куском мяса. Так, ну что, мы продолжаем. Возьмем, наверное, Авангазавра. Возьму, пожалуй-ка, Капразуха. И на всякий случай топижарочку.
Так, смотрим. Смотрим, кто против нас. Ну давай, давай. Опа, опачки, два травоядничка плюс амфибия. Спасибо тебе большое. А почему ты такой слабенький отряд? Причем на выживших. Как он дошел-то вообще до туда, я не понимаю. Странно. Но тут вообще ему ничего не светит. Просто вообще, ребят, тут... Если он даже нанесет урон, это такой минимальный будет. Ну посмотри, 114, все, дальше он отдупляется. Я беру еще и бонус. Как вы сюда допустили, не понимаю. Прянозух. Ну и что? Ты думаешь, тебе здесь что-то светит? Ну да, тебе только две атаки нанести мне, а он не стал ничего делать. Ну тогда все, выносим его. Дошипелся. Ну вот чё-чё не подумал, что здесь вот так вот будет на изи. Ладно, двигаемся дальше. Смотрим, кого нам следующим противником дадут. Сколько? По 24 кубка дают. Как я медленно продвигаюсь, а? Я в этой лиге выживших, наверное, зависну, судя по всему. Да ладно, еще одну. Пак-загадка, давай смотреть. Эх, 15 ДНК на Саркозуха. Плюс 15 очков доверия. Кстати, у нас там что-то уже, ребята, готово. Давайте-ка заберем по-бринькому. Ага, Афиакадон. Эть, как всегда, кто бы сомневался. Продолжить. Нет, я не буду тратить баксы. Здесь заберем с тобой награды. Использовать ускорение. Использовать ускорение, да, можно будет, в принципе, использовать, но чуть позже. Так, мы продолжаем с тобой битву на арене. Дрожь земли. Так, здесь возьмем Диплотатора. Наверное, Сфенокадона возьмем. И... Ладно, Эниозавра возьмем. Все, фиг с ним. Не знаю, что из этого получится. Смотрим. Ну, слушай, по-моему, Лига Выживших не такая сильная. Ну да, ребят, видите сами. У него два травоядника. Плюс один Диплотатор. Диплотатора, естественно, мы с тобой сносим. Тут... Ага, сносим. Чем мы его сносим, блин? Ладно, поехали. У него первого уровня, у нас 11 уровня. Даже если он сделает мне две атаки, ничего у него не выйдет. Менять ему тоже нет смысла. То есть ты хочешь сказать, что ты взял защиту, да, парень? Я так понимаю тебя? Давай проверим. Он взял одну защиту. Ну что же, тогда в следующем раунде ему крышка. Все, парень, зря ты так. Что у него там? Было три, значит, нам нужно сделать с тобой четыре атаки, чтобы вырубить. Я не знаю просто, что он там еще взял. Угу, он одну защиту брал. То есть остальное он все привел в дополнительные очки действий, да? Понял. Ну, опять же, друзья мои, 70 к атаке на 5, 350, ну, плюс полтинник еще накидываем. Ну, 400 нанесет урона. Что-то у тебя, парень, по-моему, очень плохие дела. Ну-ка, влупим, посмотрим. Ну, тут крышка ему. Ну, и последняя надежда. Это Насута Цератопс. Поверь мне, он здесь ничему ему... Он не выручит его. Пускай хоть все сливает, пробить не выйдет. Не-не-не-не-не, даже не думай. Пора его гасить. Сможем? Сможем. Все. Изи кул. По-другому не скажешь.
Так, ладно, давай смотреть. Опять нам всего лишь 24 кубка, скорее всего, дадут. Продвинемся на микрон. Но, тем не менее. Так, скорее всего, чего? 72 место. Что там было написано? Скорее событие закончится. Не успел просто прочитать. Ну почему же вот не дали мне классические бойцы? Ладно, ладно. Так, 15 очков доверий. Так, погоди секунду, что там за... так, босс события. Борьба насмерть. Так и что? Ну, награды. Хотя, подожди. Ну, давай, фиг с ним, давай попробуем. Блин, если бы у меня $30 заплатить еще. Если бы у меня было бы здесь все бы, да, и Джиггернаут, и остальные все, тогда можно было бы еще понравиться. Ладно, фиг с ним, уговорил. Пойдем, один разок сыграем на босяцком. Сколько там нужно победить? 18 противников. Галимим. Понятно все, а, 19 даже. Галимим, это мы с тобой быстро вырубим. Сосунок, потому что. Так, кто там у нас? Метриоринг. Даже вот этот щегол наносит мне 87 урона. Прикинь. Ну что, давай, две атаки. Готов. Так, это кто у нас там? Аланочка вылетел. Две атаки наносит, да? Нормуль так прописал. Поехали. Иди гуляй, Вася. Ждем следующего. Каритозавр выходит. Что ты будешь делать, а, каритозавр? Ничего. Поэтому нам нужно сделать с тобой вот так вот. Дыч. Дальше кто там? Диплодок выходит. Тоже сосунок, в принципе, для меня. Хотя, если вот так вот по 5 атак буду наносить, даже при своей маленькой атаке. Ну вот что он там сделал? Не знаю, ребят, надо брать как минимум, наверное, вот так. Ага. Раскусили паренька. Следующий. Скалозавр. Так и хочет до 8 дотянуть, а? Но пятерочку влупляет, прикинь. Неплохо, я тебе скажу, так влупил. Пятерочку, значит, он всандалил. Делаем с тобой так, так и вот так. Иди гуляй. Угу, следующий у нас. Пошли, короче, легендарочки. 4 очка. Он ничего не стал делать. Он ничего не стал делать. Давай сделаем так. Раз, два, три. Раз, два, раз. Пробиваем. Хорошечно. Так, ну что, выходит Прианозух. Блин, бьемся, бьемся, и все, их меньше не становится. Нам повезло сейчас крупно, потому что защита была. Черт, я просмотрел, сколько он там, две атаки. Твою налево, я, блин, проглядел, сколько чего. Ага, укшатываем. Дальше. Тарбозавр. Так, у нас одна защита есть. Сколько будет влуплять? Нисколько. Тогда нам, наверное, надо сделать как минимум 4 атаки и бонус. Отлично. Я сомневаюсь, что он будет этим бомбить усиленно, потому что атака... Ну, слушай, хотя 158. Сейчас глянем. Сейчас глянем, что он будет делать. 4 атаки все-таки решил сделать. Больно. Раз, два. Раз, два, раз.
печалька. Так, ну зато у него бонусы все слетели. Угу. Даже если он взял две защиты, то есть берем с тобой на опережение 3. Ага, вырубаем его. Так, мы переходим с тобой на 4-й ранг. Тарбозавр. Все, и тарбозавр меня уничтожил. Да нифига там пошли уже одни эпические да легендарные. Конечно, там нету вообще вариантов, ребята, выжить как-то. Но, тем не менее, до 4-го разряда дошли. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Еда. Причем не так уж много. Но на халяву и уксус сладкий. Так, давай мы заберем с тобой здесь награды. Награды. Ну и, наверное, пойдем опять продолжать дрожь земли. Динозавр у нас пока еще с тобой есть. Есть. Так, здесь возьмем с тобой метриакантозавры. Возьму, наверное... Ну да. Диплотатора возьмем и эрликозавра. Это на всякий случай. Смотрим, кого нам тут подсунут. Ну, в принципе, ребята, разнесем их в пух и прах. Надеюсь на это. Так, здесь атакуем сразу же. Смотрим, что он будет делать. Неужели будет меняться? Но это будет глупо. Это будет глупо. Да? Слушай, смотри, мелкий, а 140 жарит. Хм. 140 жарит. Он сменился, значит, мне достаточно... Давай тоже сменимся нафиг. И атакуем. Я так и думал, что он взял все-таки защиту. Ну, тогда посмотрим, что он будет здесь предпринимать. Со своими двумя очками действий. Да не шипи ты, все равно тебе уже крышка. Раз, два, три. Все, дошипелся. Ну, а с этими вообще на изи. Потому что это у нас хищники, а мы с тобой имеем дополнительный бонус против хищников. И, соответственно, их сейчас будем просто разносить. Ну давай, 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 спинозавр, все. Поехали. Даже не напрягаюсь. Просто шутя их разношу. Вот так вот выглядит пирораптор на почти 40 уровне. Ничем практически не отличается от Гуанлуня, да? Ну и что ты сделал? Ты думаешь, ты меня сможешь завалить? Нет, парень. Ничего тебе не выйдет. Шикарно. Ну что, друзья мои, победа. Все у нас хорошо получилось. Так, двигаемся тогда далее. Сколько там? 20. Почему 20 кубков дали, а не 24, как обычно? С чем-то связано. Ну давай крутить и смотреть, что нам здесь выпадет. Еда, кусок мяса. На, типа тебе. Жуй, молчи, да? Так, ребят. Беру тиранозавра. Эдиморфодона берем. И тут остается кто? Как тяжело прокручиваться. Мне бы, конечно, бы здесь ускорение где-нибудь сделать. Есть кого можно быстренько завершить? Не, нету. Ну, давай возьмем Люминосцелисон, фиг с ним. Так, просто. Чтобы был. Ну и кто тут против нас сейчас будет выступать? Опа, нифига себе. Дарвиноптер? Это что за летунок такой? Ну здесь, конечно, Тодзи не повезло. Бабуль, ты еще извини, но... Выносим твоего Тодзи. Так, а этот что, 3-го уровня, да? Дарвиноптер.
Такого я еще не видел. В первый раз вижу. Мне кажется, он здесь долго не поживет. Хотя атака у него 216 идет. Я понял. Ну, вот ты как решил, да, сделать. Ну что же, я жду. Так, ты что, решил что ли покопить? Я не понял. Или что ты там хочешь делать-то? Я ведь поменяю, мне не тяжело. Но если он сейчас ничего не делает, я буду атаковать, наверное. Ничего не стал делать. Короче, я в атаку, ребят, пошел. Все, крышка. Докопился бонусы. Ну, естественно, сейчас вот этим вот он меня завалит, скорее всего, да? 7 к атаке, по 213, да, вырубит. Ну, а дальше мы его просто тиранозавром разорвем. Хотя нет. Хотя да. Поехали. В щепки его просто. А нет, он еще выживет, ребята. Он еще выживет. Он оказывается очень-очень, как тебе сказать, крепкий. Ну, посмотрим, насколько у него тут ничего не стал делать. Ладно. Тогда добиваем. Красота. Сколько мне дадут кубков? Давай смотреть. Как далеко мы с тобой рванем? Опять 20, да что ж такое-то? Я в охотнике никогда, видимо, отсюда не переберусь, да? Так и буду в этих выживших торчать. Да, ну... Почему вот сюда не перелетел, а? Вот почему ты сюда не прилетел? Подожди-ка. А что это за... А, у нас обновил? Обновилось, ёк-макарёк, ребят. Блин. Прикинь, даю здесь. Они обновили, короче, этот в тот момент, когда мы играли с тобой. Зашибись. Так, любые животные гибриды. Ох, ничего себе тут ДНК. Отлично, отлично. Блин, а у меня, к сожалению, дракончики закончились. Ну, динозавры. А, все, открываем. Рамфоринг. И еще один рамфоринг. А рамфоринги нам вроде бы как нужны, да? Нужны. Как вовремя мы с тобой поиграли на арене, а? Так, ну что? Значит... Подожди, что там было написано? Событие, что ли, закончилось или что? Схватка. Да я не могу, у меня еще вон 40 уровень не дошел, к сожалению. Там немножко осталось. Конечно, хотелось бы сыграть в столкновение. Очень хотелось бы, но надо ждать, когда хотя бы откатятся мои динозавры. Все причем. Потому что, ну как я тут буду драться? Против шунозавра нужен будет хищник. Против этого нужно будет хотя бы эниозавр. Да, против летающих. Мне нужно сделать ускорение быстрое. Кого-то нужно очень быстро завершить. Ну-ка, сколько тут? О, бесплатно, давай. Отлично, по-моему, я выполнил задание. И сейчас мы с тобой заберем награды. Не понял. А это что такое закончено? Всемирное событие соцсети. Эй! Твою налево они взяли, обновили. Я не успел просто немножко, ребят. Твою дивизию. Короче, это получается, что в 3 часа дня у нас происходит обновление. Вот так вот. Понятно. Ну что, друзья мои, тогда давайте мы, наверное, с вами на этом закончим. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи.
И до новых скорых видосиков.